А вы можете одной рукой держать камеру? Ну просто держать на Дамодара, направляйте. Ну, как можно за это место так, держать и просто его направлять. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Дорогие россияне, на самом деле мы не русские, все в этом мире вечные души, и смысл жизни заключается в том, чтобы прославлять Бога. Об этом говорят все священные писания. Библия говорит: от заката до рассвета прославляйте имена Господни с барабанами и цимбалами. Есть такая цитата в Библии, представляете? Коран говорит, что у Господа Бога 99 прекрасных имен, и каждый, кто помнит о них 24 часа в сутки, достигнет совершенства. И также ведические писания говорят о том, что просто прославляя имена Бога, которых бесчисленное количество, можно достичь совершенства в жизни. Все проблемы будут решены, и человек обретет любовь к Богу. Именно поэтому в этот хороший день, праздник, мы дарим вам эту возможность послушать имена Бога, которые доставляют радость, исполняют все наши желания души, которые заключаются в том, чтобы иметь отношения глубокие с Богом, познать смысл жизни. Всех с праздником! Продолжаем петь. Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Кришна,
Hare Krishna,
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Всех с праздником! Мы воспеваем древние мантры. Мантра означает, ман означает ум, атра избавляет от всех проблем. Все проблемы в нашем уме. И повторяя древние мантры, можно избавиться от всех проблем. Веды говорят: Акама Сарва Камова, Мокша Кама Ударадхи, Тиврена Бхакти Йогина, Яджета Пурушам Парама. Чего бы вы ни хотели, о чем бы ни мечтали, любой, кто обращается к именам Бога, к этим древним мантрам, и будут исполнены самые сокровенные желания его души, что даже внешние желания нашего тела покажут нам бессмысленными. Поэтому воспевайте эти древние молитвы, и ваше сердце очистится и наполнится радостью. Всех с праздником! С праздником вас! Hare Krishna! Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Hare Rama Rama Rama
Мы воспеваем эту древнюю мантру. Как думаете, для чего? Для того, чтобы доллар упал. И для того, чтобы мы никогда не старели. Чтобы был всегда мир во всем мире, и все всегда было хорошо. Нет, это вранье. Это невозможно, потому что этот мир так устроен, что тройственные страдания один за другим будут преследовать каждого из нас. В конце концов, мы расстанемся с этой жизнью, с этим телом и получим новое рождение. И поэтому каждый разумный инвестор должен вкладывать не в дома и в доллар, а в свою духовную практику, в свою духовную жизнь. И тот, кто сделал хотя бы один шаг на духовном пути, хотя бы один раз произнес святое имя Бога, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Инвестиции такого человека никогда не пропадут. В Бхагавадгите говорится: «Неха бикрама наша си, протява йо навидяте, свалпам апяся дармася, траята махато баят». Даже малейшее усилие и шаг на духовном пути остаются с душою навсегда. Из жизни в жизнь человек будет уже начинать с того уровня, на котором остановился. Поэтому это лучшая инвестиция, инвестиция в свою духовную жизнь. Повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. Thank you.
Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Rama Rama, Rama.
Уходи, 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 у